Стартовый состав на экране. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Мяч себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество... Стартовый состав на экране. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Мяч себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество... Стартовый состав на экране. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Мяч себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество... Стартовый состав на экране. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Мяч себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество... Стартовый состав на экране. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Мяч себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество... Стартовый состав на экране. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Мяч себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество... Финал Лиги Европы УЕФА начался. У Лиги Европы своя история, перешедшая от бывшего Кубка УЕФА. И сегодня обе команды пишут ее новую страницу. И есть вариант, куда сделать пас. Отличная оборона действует. Нана Асар. Хорошо мяч перехватили в атаке. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Аут будет. Активно в прессинге соперник сыграл после потери мяча.